До конца не верилось, но это все-таки случилось. Уровень Амура в районе Благовещенска дошел до отметки наводнения 1972 года. Мы получили прививку паники, но многое было сказано, многое сделано, но сегодня больше важна оперативная информация. Сегодня на мои вопросы в студии ответит Игорь Дмитриевич Темнюк, начальник управления по делам ГУЧС города Благовещенска. Здравствуйте. Здравствуйте. Но вот последняя информация, которая есть и которая появилась вот только что, что на сегодняшний день началась откачка воды из подвалов многоквартирных домов. Чем это грозит затопление? Основная проблема с многоквартирными домами, особенно на которые находятся в зоне реки Зея, Амура, идет большой подпор грунтовых вод. Грозит это тем, что в основном все электрощитовые, как правило, в домах, которые производили, ну, особенно в старые времена, которые... Значит, находится в подвальных помещениях. Значит, на заседании КЧС, которое проводилось буквально вот позавчера, значит, управляющим компаниям дано указание о том, чтобы они все приняли меры для того, чтобы производилась откачка воды из подвальных помещений. То есть они каждый день или они обязаны, да, если у них идет вода в подвал, управляющая компания откачивать, это по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям. Значит, или принять меры о том, чтобы с подвала щитовые были перенесены выше, были подняты. Если они этого не делают, их накажут? Обязательно. Значит, есть такие ситуации, в которых управляющая компания не производит откачку, значит, должны звонить в единую диспетчерскую службу 518-112 жителей, и мы будем принимать меры, вплоть до вызова руководителя управляющей компании на заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая проводится ежедневно в 21 час в управлении по делам ГУЧС, Павлович Березовский проводит ее. Значит, и там присутствует прокуратура, представители прокуратуры, УВД, где принимаются жесткие меры очень по таким руководителям. Но мы не бросаем в любом случае людей, если есть подтопление, стараемся, если жильцы звонят, по возможности дать машины или помпы, либо это пожарные машины, мы обращаемся в Главное управление за помощью, присылают пожарные машины на откачку. Но очень много домов в настоящее время начинает идти вода грунтовая. Мы гостиницам помогаем. Какой примерно район? Это что, вот набережные близко к ним? Ну, район, начиная, если посмотреть, значит, набережная, это вот гостиница, от гостиницы Зея, уже вот этот район, Амур идет, дома подпор воды. Но на сегодняшний день уже подпор воды Амура пошел, и грунтовые воды пойдут выше, ближе к конечной пятерке, тут на начало улицы Ленина, на самое, где стадион Амур, уже там вода начинает подпирать. Не только грунтовые воды, но и сам Амур, значительный прирост воды. Вот на сегодняшний день уровень Амура 808 сантиметров, вот на 12 часов уровень был. Поэтому и ожидается по прогнозу еще поднятие Амура, в связи с тем, что Шилка, переполнение идет реки Шилка, в верховьях Амура впадает она, значит, и идет очень сильный подпор по реке Амур. Поэтому ждали мы только, ну не ждали, мы рассчитывали, что все-таки большей проблемой будет река со стороны реки Зея. Но сегодняшний день показывает ситуация, что река Амур тоже большой подъем идет по реке. Качаете воду, это получается такая... Сизифов труд, то есть качаете каждый день, она прибывает опять. Нет ли такой вероятности, что все-таки щитки затопят электричество? Да? Должна ли управляющая компания пустить временные какие-то схемы? Обязательно. Есть эта же ситуация уже была по Белогорье. У нас мы уже были в такой ситуации, когда в Белогорье 5 домов по Белогорье отключались именно из-за того, что щитовые находились в подвалах. Качали мы там несколько суток подряд, толку от этого нет, потому что грунтовые воды поднимаются. То есть мы можем удержать определенный уровень воды в подвале, но полностью от нее мы не избавимся никак. Поэтому было принято решение, отдано указание управляющей компании, которая занимается Белогорьем, и они на настоящий момент вынесли эти щитовые и поставили выше. Дома в подвалах как была, так она и есть, ее невозможно на данный момент удалить, но люди находятся, живут со светом. Поэтому вот только такой выход, выносить щитовые выше, поднимать управляющим компаниям. То есть, если несколько дней дом находится без электричества, это уже показание к эвакуации? Ну, будем считать, что да. Если есть необходимость по отселению людей, то мы, в принципе, готовы предоставить сегодня развернутые пункты временного размещения в городе, эвакуационные пункты, сборные эвакуационные пункты. Через сборные эвакуационные пункты по необходимости мы будем расселять людей
в пункты временного размещения. Люди, у которых дома есть газ, они считают себя в более выгодном положении, они находятся перед теми, у кого электроплиты. Вот у меня отключится электричество, а зато у меня есть газ. А завязано ли вот здесь то, что вот отключение электричества и работа газгольдеров? Ну, те люди, которые живут с баллоном, с газовым дома, те, конечно, в более выгодном положении. Баллоновый газ с баллон стоит в доме, и нет воды, и как бы все отлично. А если газгольдерная, газгольдерная точно так же подвержены подтоплению. Грунтовые воды и там, потому что все коммуникации по газгольдеру находятся под землей. Поэтому тут будет принимать решение обследовать комиссии от непосредственно Горгаза. Это их прерогатива, их компетенция. Но, естественно, они этим уже занимаются, отслеживают ситуацию по тем домам, которые находятся на подключении по газу. Видела дамбы, которые находятся на Театральной 1, на Амурской 1. Вот выглядят они достаточно хлипко. Да я бы не сказал. Вы знаете, работа очень серьезно проведена. Во-первых, сделана не только насыпь, значит, околом так называемым отсыпается. Это смесь камня скалистого с песком. Он сам по себе уже, грунт этот имеет определенный вес, значительно больше, чем песчаный, и меньше подвергается размытию. А второе, все дамбы укреплены с наружной стороны, со стороны воды и с внешней стороны большинство, укреплены мешками с песками. То есть делается все по технологии. То есть она должна защитить нас должна, от воды? Да. На сегодняшний день мы очень большие надежды с этим связываемся. И дополнительно, сегодня город должен получить дамбы, ну, специальные инженерные дамбы, которые будут устанавливаться, из резинотехнических изделий выполняются они. Ну, это вот вероятность такая. Сегодня федерация оказывает помощь городу, и должны мы получить, и будет определено главой администрации, куда они будут выставляться дополнительно. Идет подпор канализации вот из-за подъема грунтовых вод. Что, вот как здесь обстоит дела? Подпор канализации опять остановить очень сложно. Коллектора подтоплены. Но это опять вопрос, в общем-то, управления ЖКХ. Но я в курсе этих мероприятий всех и могу сказать о том, что канализационный коллектор, естественно, очень сильно, подпор идет большой из-за того, что высокий уровень рек. И люки прыгают, многие видят, подпрыгивают. Потому что, ну, действительно, настолько уровень воды в Зее, в реке и в Амуре высокий, что ни ливневые линии не справляются, ни канализационные коллекторы. Справляется с трудом. То есть прокачка идет, но если идет большой, особенно в выходные дни, большой сброс воды, люди пользуются, то начинает осложняться ситуация. Ну, обращались вчера люди, вот если пошла в квартиру канализация, остановить фактически ее невозможно. А да, что делать-то? Делать, подавать на убытки. Вот сегодня основная задача людям, которые попали в беду, особенно частный сектор по городу, Октябрьский район у нас, Черемушкий район, ну, многие районы попали частного сектора, в беду люди буквально, по колено воды прямо в домах. Мы вчера объезжали, и губернатор области был, глава администрации Павлович Березовский лично объезжал, беседовал с людьми. Задача этих людей в первую очередь сейчас подать на убытки, на возмещение ущерба. В администрации города работают комиссии, по городу 5 комиссий, 5 групп по комиссиям ездят, по ущербу работают, и по Белогорью в том числе. Значит, необходимо подать пакет документов, скромный совершенно, абсолютно все упрощено. Ситуация, написать заявление, паспорт с пропиской должен быть и документы, если кто проживает, прописаны по этому адресу. Эти документы подаются, и, значит, выезжает комиссия, обследует помещение. И там суммы значительные. Первостепенно там 10 тысяч выплачивается единовременно. А уже дальше вступает бюджет областной и федеральный. Правительство проводит выплаты. Частично. Это каждый раз нужно обращаться? Нет, это вот сейчас, у кого зашла вода в дом, если вода поднялась в дом и мебель затопленная, ну, сантиметров там 20-30, то есть мебель в негодном состоянии, это выплачиваются деньги по полной потере имущества. То есть такому человеку дается. Позвонят, да, потом? Они, комиссия придет, посмотрит это все, и будет оценка сделана. И значительные суммы, вот мы сегодня приблизительно обсчитывали сумму, вот если по семье где-то из 3 человек и подтопление идет по квартире, полная потеря имущества, как она называется, порядка 400-450 тысяч будет возмещаться людям, вот на 3 человека. Это за один раз? Ну, у нас сейчас... Или в несколько приемов такой человек получит деньги? В несколько приемов. То есть ему это... позвонят, да, про конечно, следующие выплаты? Значит, люди получают, как я сказал, 10 тысяч единовременно, да. А потом там 50, там суммы. Ну, это соцзащита и нашей комиссии будут отвечать на эти вопросы. Я сейчас не буду раскрывать эту тему. Но люди получат, которые сильно, серьезно пострадали, получат значительные выплаты.
Спасибо, что к нам пришли. Я напоминаю, у нас в гостях был Игорь Дмитриевич Тремнюк, начальник управления по делам ГУЧС города Благовещенска. И мы говорили о развитии чрезвычайной ситуации на территории Благовещенска и прогнозах. Спасибо.